кошка-рыболов или крапчатая кошка, или рыбья кошка – дикая кошка Юго-Восточной Азии, отличающаяся тем, что ловит рыбу и хорошо плавает. Вид близко родственен дальневосточной кошке и похож на нее, но более крупных размеров. По внешнему виду рыбная кошка напоминает цевиту, по имени которой и получила свое латинское видовое название. Масса взрослого животного от 11 до 15 килограмм, коты – 6-7 килограмм, кошки – при длине тела 96,5 – 119,3 сантиметров, высоте в холке 38,1 – 40,6 сантиметров. Имеет крепкое сложение, обладает большой силой. Морда короткая и широкая, переносица практически отсутствует. Уши маленькие, круглые, низко посаженные по бокам головы. Челюсть круглая, почти как у питбуля. Нижняя очень сильная. Голова круглая, шея короткая. Ноги короткие. Хвост также короткий, толстый у основания. Окрас серовато-коричневый с черным. Как и большинство кошек, рыболовы имеют белые глазные пятна позади черно окрашенных ушей. Эти пятна подчеркивают положение ушей, которые, будучи прижаты, демонстрируют агрессию животного. Между пальцами передних лап имеются перепонки, которые мешают кошке втягивать когти, но помогают ловить рыбу. Кошка-рыболов обитает в тропических и субтропических регионах Юго-Восточной Азии, на юге и востоке Индии, в Индокитае, на Цейлоне, Суматре, Яве. Встречаются в основном в лесах вблизи водоемов, преимущественно болот, озер и медленных рек. Размножаются рыбные кошки круглый год. После беременности 63-70 дней рождается 2 или 3 котенка. Они взрослеют к 9-месячному возрасту. Содержащиеся в неволе самцы помогают самке ухаживать за потомством, однако неизвестно, как они ведут себя в природе. В отличие от большинства других кошачьих, кошки-рыболовы – превосходные пловцы. В поисках пищи они не только поджидают у берега, чтобы одним метким прыжком броситься на добычу, но и бродят по мелководью в поисках крабов, лягушек, улиток и других водных обитателей, или же ныряют и плавают, чтобы достать рыбу. Thank you.
ржавая кошка или пятнисто-рыжая кошка – вид диких малых кошек из рода азиатских кошек, близкая родственница бенгальской кошки. Самая малая представительница семейства кошачьих в Азии, в Африке название самого маленького представителя кошачьих в мире претендует черноногая кошка. Обитает только в Индии и Шри-Ланке. Вид находится под угрозой вымирания, так как насчитывает менее 10 тысяч взрослых представителей с постоянным снижением из-за изменения среды естественного обитания. Длина тела ржавой кошки составляет от 35 до 48 сантиметров, длина хвоста от 15 до 30 сантиметров. Взрослые животные весят всего 0,9 – 1,6 кг. Таким образом, это один из самых мелких видов диких кошек. Внешне очень похожи на бенгальскую кошку, но пятна менее четкие и производят расплывчатое впечатление. Кошка покрыта короткой шерстью по всей длине. Шерсть в основном серого цвета с ржавыми пятнами на спине и боках. Шерсть на животе светлая с большими темными пятнами. Ржавые кошки рожают от 1 до 3 детенышей. Однако чаще всего одного. Ржавые кошки ведут ночной образ жизни и живут поодиночке. По поведению очень близки к бенгальской кошке. К их добыче относятся мыши, ящерицы и насекомые. Несмотря на умение хорошо лазать по деревьям, ржавые кошки большую часть времени проводят, как правило, на земле.
суматранская кошка – дикая кошка, обитающая в Таиланде, на полуострове Малайзия, в Индонезии, на Суматре и Борнео. Длина тела 53,81 см, масса 1,8–2,7 кг. Голова широкая, плоская, с маленькими ушами, низко посаженными по бокам. Глаза большие, ноги короткие, хвост короткий и пушистый. Мех густой и мягкий, окрас красновато-коричневый. Грудь и брюшко белые. На боках коричневые пятна. От носа по лбу идут две белые полосы. В отличие от подавляющего большинства кошачьих, не могут втягивать когти. Особенным строением обладают и зубы, которые все по форме являются остроконечными наподобие клыков. Все это вместе взятое помогает успешно ловить рыбу. Этот вид питается рыбой, лягушками и другими водяными животными. Замечены в набегах на домашнюю птицу. Разрывают землю в поисках съедобных корешков. Также поедают фрукты. После 56-дневной беременности у самки рождается 1-4 котенка. Этот вид кошек редок, общая их численность неизвестна. Спасибо за просмотр!